В ходе проведения мероприятий по пресечению браконьерской деятельности и защите водных биоресурсов на территориях Илекского и Новоорского районов сотрудники полиции изъяли 510 метров рыболовных сетей, срезали 26 буев для рыбалки донными орудиями лова. Также на Илеклинской ГРЭС выявлен 37-летний местный житель, который с помощью сетей выловил 153 головы рыбы общей стоимостью около 10 тысяч рублей. В ходе проведения мероприятий было выявлено всего 7 правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 8.37 КоАП Российской Федерации «Нарушение правил рыболовства». Изъятая рыба отпущена. С отдыхающими проведены профилактические беседы по недопущению ловли рыбы запрещенными орудиями лова. Не запрещающими, а запрещенными. Я же поправлю. Карась, да. Ладно, ну да, там посмотри, какой там желтый. Среду обитания. А там все должны подняты быть. Аккуратнее, аккуратнее. Он и так травмированный, вы еще это. Аккуратно отпускайте, чтобы жил. Давай, ага.